Хейо, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands The Press Sequel. Окей, я добрался до этого места. У нас как раз здесь несколько миссий. Пора насчет груза. Я тут подумал, новый алгоритм для наших приключений игрушечников. Осталось испытать его в деле. Найди мне робота и отправляй его на зарядную станцию, и я обновлю его прошивку. Так, хорошо. Изначально, что нам нужно сделать? Где у нас миссии? Красный цвет опасный. Так, здесь я могу, да, надеюсь, спуститься, пойти туда, куда мне нужно. Кажется, он меня еще не заметил. А не, заметили. Это что новенькое? Они мне... Тихо. Жестко. Ты думаешь, я тебя не вижу? Где этот летчик? Меткость, конечно, у меня ухудшилась. Ни хрена там робот. Лучше бы пистолет юзать, ну нахер. А если он что еще не ходил, я не понимаю. Плохо то, что я медленно убиваю. I need more armor and better weapons on these guys now. Так. Да, я вижу робота. Готово. Мы захватили планету, так, Гелио. А куда мне все Я просто понимаю, что здесь сейчас две вещи идет. Сюжетная линия и обычная игра. Да, ты что, охерел? Убегать будешь? Тебе ты трусло, слушай. Ты сейчас заледенешь, я тебя убью. Ага. Кир убежал. Давай. Great. Get to the balcony. Отлично, двигайся к доске объявлений и загружи все записи. Когда все закончится, Джеку очень повезет, если он вылетит из Гипериона.
Так, здесь, да, у нас, кажется, доска? Заткнись, много ты понимаешь, чтобы просто перенести эти ТДД. До свидания, Джек, твои деньги сочтены. Так, я вижу магазин, но где магазин? Так, хорошо, по заданиям что? Вот доска объявлений, здесь можно найти работу. Так, вот это взрывная штука. А, это мы задание не то, значит, начали. А вот теперь уже точно то, что нам нужно. Но я не вижу машину с именно магазином. А ну, будем патроны собирать из таких. Нифига. Зеленый грузчик на станцию. Я лучше пистолет буду использовать. Воу-воу-воу-воу-воу. Что это за херня сейчас была? Ого. Ну тебя нахер. Что это меня так грохнуло? Это ты меня так грохнул? А, понял. Ладно, берем другое оружие. О, хорошо, что я еще не сдох. Хорошо, что я дышу. Я не знаю, зачем я вот эти генераторы сейчас заполняю красным цветом. Наверное, что потом даст. Так, по идее, теперь я могу запускать. Так, я с батареей чем-то заряжаю. Здесь я делаю правильно. А либо я к херам просто все здесь взорву. О. Не, непонятно. Ладно. Давайте по низу пройдемся. Вот грузчик, отправь его на зарядную станцию, и я полностью уничтожу его старую личность. Ну, так, правда, звучит. Ладно, теперь следуй за ним, чтобы ничего не случилось. Сопроводить ремонтный грузчик. Ну что это за читы? А что это за читы? Почему мы в воздухе летаем? Иди, иди. Ну
Так, все, сопроводили. Отлично. Так, загружается ИИ. Готово. Так, вот это мне не нравится. Не-не-не-не-не-не-не, грузчика не трогай. Грузчика не трогать, я сказал. Давай, вздыхай. Все, все, грузчик защищен. Отправляйся с чистой душой, приятель. Ой, я как раз сейчас еще и апнусь. Так. Порошок обновления, я чувствую силу. Как бы получилось. Новая прошивка, теперь в их сети, и я могу использовать код. У остальных ботов должны быть установлены. Так, дурацкая версия этой программы. Запускаю ее несколько штук, они должны сделать кое-что крутое. Я не понимаю, зачем я генератор включаю. Может, это да что-то и даст мне, если я все запущу. Походу, это будет какой-то здоровый взрыв. Это довольно опасно, то, что я сейчас делаю. Так, мне патроны нужны для снайперки. Так, использовать игрушеков против забытого легиона. Окей, сейчас используем. Снизу, да, где-то? Так, ладно. А где этот робот? Я просто не хочу бегать потом куда-то лезть, непонятно, сейчас заблужусь еще. Так, и тебе. Глаза должны быть там. Как-то это очень просто. Я ждал более серьезного противодействия. Не хочу драться. Так, все? Да, все, могу возвращаться. Игру это мне что-то да, может и дать, если я все запущу. Так, мне кажется, здесь все взорвется к херам. Так, лифтон, поехали. Так.
Джек, ты только что дал подать заявку на патент на работу для кабинета минимизации с взрывом внутри. Ты о чем вообще думал? Так, выключите лазер. Так, next. Next, next, next. Получен уровень безбашенности. Не видно. Я говорю, если я вот это все сделаю, что-то должно да и произойти. Хорошо, что он улетел. Я бы сейчас был не в таких силах, чтобы с ним сражаться. Давайте все запустим. Я думаю, конечно, что мы корабль к херам взорвем. Но все же. Мне надеюсь, за это хотя бы что-то дают. А я не просто так бегаю здесь. Просто так. Очень хороший сундук. Так, мне бы... Ой-ой-ой, а щит они меня ломают. Эй-эй-эй, грузчик робот. Помогай. Подожди, я это за деньги делал? Заряженная термоядерная батарея. Сейчас посмотрим, что будет, когда она перегреется, или ничего. Ясно. Оказывается, это охерительно мощная бомба. Я думал, это какой-то генератор специальный, с помощью которого мы взорвем здесь вообще все-все к херам. Оказывается, нет. Ну ладно. Тогда не вижу смысла терять здесь времени и побежали тогда. Пойдем мы по сюжетке. Ладно, бежим. Я умер, да? Это плохо. Где я ощутился? Нормально, ладно. Да, я чуть снова не сдох. Ну, мне нужно, в принципе, по прямой бежать. Что это за место? Ну, я вижу сундук. И это приятно. Но то, что я умер, снова неприятно. Неприятно. Бесит, 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 бесит. Ладно. Давайте, короче, не буду я больше туда прыгать, просто побегу прямо. К целям. Сколько ты потом мне отнимешь? Хотя, ладно, это не так уж много на самом деле. На самом деле это не так уж и много. Так, я вижу магазин. А в магазин я пойду и возьму. Только что-то я этого магазина не вижу здесь. Начнем снизу.
О, да, наконец-то. Подожди, Хочешь сказать, когда я умираю, у меня все восстанавливается? Прикольно. Вот это... Там что было стоять? Смотрите, снайперская винтовка, урон 17,7. А у меня сколько? G. Это урон от оружия 12 либо 17. Там от всего оружия урон. Тут только снайперки. Пускай будет, ладно. Вот, который у меня есть. Что за фигня? That's an HY-26 mini fusion reactor. To disable it, you'll need to damage the blue coolant, not the red thermal charges. Вы мне лучше скажите, что делать. Ой, знаешь что, ты вот это летаешь? Я лучше так у тебя убью. Так. Повредить источник питания так, что... Изи-пизи. Looks like there are three more of those babies. Two of them just need a little love tap, and you'll be able to get to the eye and shut it down. Да, теперь мне здесь под... Нихера себе. Не дав ничему взорваться. Это ж так легко. Вы не представляете, насколько это будет легко. Чтобы нихера не взорвалось. Вообще. А серьезно, как мне это сделать? Так, здесь не вариант. Ладно. А где там еще, подожди, проход? Внизу, но где? Здесь внизу нету. Показано, что там есть проход где-то. Ладно, пойдем так. Здесь все запутано. Так, отключите питание силового поля. Все, 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 я отключил. Я не буду их трогать, пускай они издыхают. Мы просто бежим дальше.
Ох, ты ж ё-моё. Уху-ху. Я хорош. Я хорош, я знаю. Теперь на другую сторону. Только так, чтобы не сдохнуть. Конечно, повылазят сейчас враги. Так, а там заперто стоять. Так, ладно, здесь проход. Нужно делать все так быстро, как я могу это делать. Пока враги не появлялись. Разбился. Ладно, врываемся. О, вот это уже плохо. Хорошо то, что пистолет на самом деле он пробивает защиту врагов. Остался еще один. На самом деле это тяжело очень. Эти ловкие руки. Но все маленькие реакторы ведут в старое, осталось самое главное. А тысяча главный ядерный реактор, его вывести из строя будет значительно сложнее, так что это нельзя попасть куда-то там. Короче, нужно готовиться к худшему, да? Просто бы не хопим. Летим вперед. Так, ладно. Мне главное, чтобы мне никто не мешал его отключать. Так, выключите лазер. А теперь просто держи там реактор науки. Что мне нужно? В смысле? Что мне делать? Не дать взорвать генератор или что? Сложно, как же сложно.
сжечь, но... Практика, практика. Второе дыхание, тихо. Так, ну, ну не взорвали, да, похоже? Там роботу одну тычку нужно было дать. Я не сейчас взорву генератор, чертов. Пожалуйста, быстрее, быстрее. Пипец, мне сейчас туда еще бежать сколько. О, жопа. Ай-яй-яй-яй. Все? Я защитил последний или нет? Ой, боже. Надеюсь, защитил. А, не, все, кажется, взорвали. Все, мы идем отключать генератор. Уху-ху. Так, похоже, компания в мусоре в поиске припасов на Луне сильно ограничила рост. Некоторые слова малости маловато. Кал. Так, Eyes of Helios. Глаз чего-то там, Хелиоса какого-то. О, Джек. Ядро ждет наш. Пошли. Да, я понял, что ядро ждет. Как далеко нам бежать? Хера себе. Так делаешь, оно вообще-то огромное. Давай, Джек, беги быстрей. Так, я думаю, в принципе... Что, горим? Так, вот, нам нужно здесь пройти. О, это будет занятно. Это электрическая квартазия, я ненавижу дождь, пока лазер отключит электрическое блядо. Еще чуть-чуть. Иди скорее! Ух, ненавижу эту штуку. Лучше бы ее не было. Затем нам это гигантское западня. Да, да, я с тобой согласен, что похоже на большую гигантскую западню. Так, Ириди. Разумеется, тебе... Так, вам не нужно продать все, что не нужно. Так, удачи. Модификатор мы используем, да, окей. В смысле, ты со мной не пойдешь? Так, пойти долгим путем, пройдите ядро лазера.
чувствую, сейчас будет битва с боссом. Громадина. Полковник Запердон. До последнего. Так, тихо-тихо-тихо. А, теперь мы берем базуку какую? Давай сначала эту попробуем. Отлично. Манать. Джек, подожди. Ого, отлично. Тихо, готово. Тихо, тихо, тихо. До конца, до конца, до конца. Мы Запердона убили? Как выключить пойти лазеры? О, господи! Она что, еще жива? Ну, мы убили робота. Вау, у нее глазики какие. Полковник Запердон, смерть одной спасет миллионы. Ни хрена! Ни хрена, ни хрена, ни хрена, ни хрена. Ни хрена, ни хрена, ни хрена. Тихо, 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 тихо. Да, здесь я подох. Вот это плохо. Ну, в принципе, против нее можно... Знаете, какой-то... Она же человек, по сути, да, в какой-то степени. Можно против нее заюзать огонь. Ну, почему бы не? Давайте я сразу... Пушку нахуй возьму. Блин! Ой, нужно отличиться. Блять, нахера я накупил дерьмо? А не хотя? Это я как раз купил вовремя. Разница 1%, но все же. Так, тихо. Пипец, и как мне ее убивать? Тихо, 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 тихо.
Жесткая битва, жесткая. Мне просто не хватает патронов. Да, у меня все-таки получается еще забирать деньги за то, что за патроны. Блин, я не знаю тогда, как ее убить. Давайте тогда взрывной урон. Давайте эту пушку возьму. Давай, давай! Я уже успел, почему? О, черт. О, это битва. Что за битва? Пипец, у меня уже денег нету. Типа Джека ее, да, отвлекает, но это не помогает. Враги тоже долго убиваются. Давайте посмотрим, может... А, по пушкам тут нихера не... А, нет, есть пушки. Может, что-то продают качественное. Но у меня разве не такая? Кажется, такая. Где она? Вот. Ладно. Полетели. Это жопа. Пиздец. Ух ты ж, ё-моё. А почему, типа... Сколько раз еще должен сдохнуть? Пока у меня денег не будет. У меня если денег не будет, то это... И что? Я смогу все. Мне бесит то, что я здесь воскрешусь. То, что я сразу не могу пойти драться. Ладно, успел. Это жопа. Thank you.
блять, ё-моё. Нужно этого быстро человека убить. Нужно быстро его убить. Бля, я не могу, Очень сложно, блять. Ну как, сука. Я не могу ее убить. Жесткий враг. Ну, хотя бы теперь меньше забирают. Нужно сначала приспешников поубивать. Ясно. Классно. Давай. Ну вас нафиг. Да ё-моё! Я его специально не убил, чтобы сейчас добить. Блять, это пиздец. Просто напрыгнул на эту хуйню. Пиздец. Я уже не могу. Я просто уже не могу. Мне не пополняются патроны и боеприпасы, ни хера. Я просто не понимаю, как ее убить. Все. Давайте возьмем базуку, хорошо, допустим. Базуку возьмем в какую? Давайте взрывную. Нет, вот вместо не тебя я поставлю ее. Вот вместо тебя. Лед. Это вообще нужно уже убрать. Здесь поставить звездочку и поставить сюда. Окей. Пробуем так. Нужно снайперку менять, потому что там уже очень мало урона. Хотя давайте еще снайперку поменяем, почему бы и нет.
Давайте так попробуем. Сразу не убили. Ух ты ж, ё-моё. Вау. А вот это я, кажется, зря, да, не юзал? Сука, в спину пиздят. Я понял. Ну, перезаряжай пушку, пожалуйста. Боже, ну не дай мне сдохнуть. Я спокоен. Я понял за то, как ее очень легко убить. Главное сейчас правильно поставить оружие. Ты идешь сюда. Ты переключаешься на пистолет. Все. Это лучшая комбинация сейчас. Минус у этой снайперки очень долгая задержка при стрельбе. Очень долгая. Но это не для меня проблем не составит. Поэтому. Готовы? Поехали. Я не знаю, нужно уже выигрывать. Типа обратно куда-то убегать это не вариант. Нам нужно сюжет тут проходить. Так, все, время пистолета. Нет, я понял, дерьмовый вариант был. Очень дерьмовый. Понимаете, дело в чем? Ее лазер долетает до меня, потому что я не успеваю прыгнуть, я не успеваю просто прыгнуть. Ну, базука это очень хорошая. Она ее уже почти разорвала, потому что я по 5 патронов сразу залпом стреляю. А сколько мне денег? Уже 18 тысяч? Много. Неужели? Не стреляй, я с ней еще не закончил. Не важно, что произойдет сегодня, ты не успеешь насладиться победой. Ага, хорошо. Где хранилище? Скрытый ядовитой пленой. Я видел, что находится внутри. Ты не можешь... Погоди, ты была внутри? Хранилище открыто?
Прошу, подойди еще раз. Открыв хранилище, ты превратишь в действие механизм, который... Сколько-то... Слушай, значит, хранилище уже открыто? Ну, классно. Теперь давай разберемся с лазером. Ну, блин, тут можно уже сдохнуть полноценно, потому что это жесть. Это реально жесть. Босс очень сложный, соглашусь. Ну, так как мы придумали тактику против него, охуительная базука, на которой звездочка стоит, стоит. Бомба, просто бомба. Снайперку я... Блин, я не знаю, типа... Очень медленная она. Очень медленная. Перезарядка. Скорострельность там 5,2, а здесь только 1. Сейчас закончится, мы пробежим. Куплю. А хотя не буду ничего покупать. Сейчас побежим наверх, все соберем там. Если что-то есть. Фу, я думаю, что ты так долго? Думаю, он стрелять собирается или нет? Хотя бы заново не надо. Сколько лута? Да, лута здесь немерено. Но в основном, видите, тут вот эти пушки ледяные. Лазерное, все лазерное. Ну, в принципе, все. Давайте отключать. Ну, там еще что-то есть. О, еще пушка есть. Маска смерти. Ни хрена себе. Она мертва. Надеюсь, босса больше не будет. Вау, это хранилище с наградами. Нифига себе. Не говорите, что я уже дошел до конца. Главное, чтобы мне места хватило. Ну-ка. Ага. Уром движения боюсь, задержка вот так, хорошо. Окей, давайте теперь поруши смотреть ненужное. Так, как там быстро бросить? Давайте все, что меньше. Короче, всю белоту выкинем. Шерпик. Ненужный шерп. Да, ты вообще херовая. Так. 300, 300, 300. 800. 400. 400, 700, 700. Окей. Здесь у нас тоже такого ничего. Да-да.
Не, ну награда большая, и серия вышла у нас довольно длинная. Но это из-за вот этих битв с боссом, жесткий босс. Так, на следующий лазер, столь лазер, когда она всегда огонь. Мне ж туда, да, нужно. Главное, не поджариться. Ладно, лифт. Вот где происходит там вся магия. Так. Вот что питает глаз Гелиоса. Это главная часть всего оружия. А, чё ты там наверху? Подожди, как ты наверх попал? Залезь ко мне, я тебе покажу. Как залезть к тебе? Сложно. Когда вернешь себе эту малышку, мы сможем сжечь бандитские лагеря. Ты мне скажи, как мне к тебе подняться лучше. Да, звучит отлично. Ага, походу здесь. Да, здесь. Так, давайте еще дешевку все повкидываем. Что ничего не стоит. Так, выбросить. Да. Давай тебя дам выбросить. Так, емкость щита. Вот два, фигня. Фигня, фигня. Фигня. Да нахера я... Эй, ладно. Вот оно. Эй, малыш, как ты? Ничего себе! Так это... Глаз Гелиоса. Вообще-то это глаз монстра, разрушитель, который выпался с хранилища, но я подключил его к глазу. Так, 10 раз увеличил его мощь, потому что я гений. Ты использовал глаз разрушителя как оружие? Да, он уже был оружием, как и все остальные родительские артефакты. Я просто... Мать. Ладно, как нам выключить его? Осторожно, даже если забрать про глаз, такие реакции очень взрывоопасны. Ты в ней заключаешься что-то, что повышает его мощность, да? Это отходы от процесса очистки зрения. Некоторые ученые, так что бла-бла-бла. Так, делаем все в точности, как я скажу. И все будет хорошо. Переключи три по точности текста так, в исходное положение и установи модификатор для такого, что бла-бла-бла. Нажми эту хрень. Раз. Два. Три. А Мокси, ты уверена в этом? Кажется, глазу это не нравится. Мокси, я всегда подволшкал в глаз маленькими порциями. Ты уверена, что глаз не пострадает, зайка? Не волнуйся. Ой-ой-ой. Мокси, глаз фрикнут. Эй, он мне всасывает. Лаза, это скорее всего не понравится, но ничего, страж. Справимся.
Внимание, обнаружена нестабильная процедура времени. Перехожу в защитный режим. Видишь? Я же говорила, аварийская система сработала, теперь мы сможем перезагрузиться, и тогда лазер твой. Мне кажется, глаз сдох, слушай. Так, стоять, не туда. Да, серия у нас вышла большая, может быть, это последняя серия. Но я не думаю, потому что это как бы 9 глава, по идее. Погоди, не нажимай эту кнопку. А почему? Если газ опять начнет себя странно вести, при перезагрузке я не... Часто благодаря системе отказа, он может только отключить всем. Что ж, остается мне в своим... Так, вернемся в зал управления за пределами мертвого, а значит я смогу отключить лазер оттуда. Окей, побежали. Быстрее, красавчик, у меня время, я уже должен был серию закончить. Так, лунная станция запуска. Блин, а где мне все попродавать? Ништячки эти. Давайте, наверное, куда-то тпкнемся, либо закончим на этом серию. Если же там осталось немного, то как-то я слеплю все. Достижение много уровней. Чем выше уровень достижения, тем лучше награда. Вперед к вершине успеха. Минута 8. То есть час 8. Минута 8. Так, здесь показано, что есть торговый аппарат. Где? Где торговый аппарат? Так, злодейка повреждена. Мы готовы спасти Луну. Охранящая полна всякой крутой инопланетной добычи. Похоже, уже открыто. Отключая лазеры, можно будет перейти в самую интересную поиском хранилища. Представлю эту честь тебе. О, спасибо. Начинаем перезагрузка, сброс параметров управления. Перезагрузка через... 5, 4, 3, 2. Процесс отключения прерван. Некоррективная энергетическая конфигурация. А супер, и что теперь? Мне очень жаль. Там было сказано Джек. Джек. Внимание, обнаружена сингулярность. Ого, что это за дело? Молодцы, ребята. Что, как? Мокси, ты что ты делаешь? Перед тебе пытаюсь тебя убить. Вещи, которые я должна была сделать раньше, чертова, ты психопат. А ты о чем, Мокси? Как ты вообще? Если дело за тобой, Джек, и за улыбкой за этими комплексами героев скрывался что-то жуткое. Если ты уйдешь с Гелиуса живым... Много раньше людей об этом... Нет! Я доверял тебе, Мокси! Ты хоть знаешь, что ты сделала? Ты всех нас убила! Пока, солнышко. Черт! 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 Класс! Где я теперь такой найду? И бы с ним такой сотворил. Подлые лжецы! Жалкие трусы! Да они хуже бандитов! Значит, пошло очень не по плану. Нихера там урона у этой гранаты. Я лучше возьму щит и продам его подороже. Ладно, потом с ними разберемся. Пока ты что, добрался до хранилища раньше не их. Тупые сволочи. Наверное, я захотел уничтожить его содержимое. Заперт, он сказал, скрытой ядовитой пленой. Может, она имела в виду старый карьер? Тальф Бакарберки. Возвращаемся на Луну и проверь. Там должно быть что-то, что вы нас на хранилище. Что у вас там творится, Джон? Заткнись нахрен! Тестер, заткнись нахрен! Моя бывшая подружка и парень ее приняли только что, пытались упокоить меня. Так что после того, что я сейчас слышал, это твой исторический скулёж. Если я еще раз получу от тебя сообщение, в котором будет какие-то слова, кроме «молодец, Джек», или «выслал тебе кучу денег», то я просто пальцем выдавлю тебе. Глаза, ясно? Я...
До свидания, Джон. До свидания, спасибо за звонок. Так, у нас миссия появилась, я вижу вдалеке. Ладно, давайте, думаю, на этом закончим. В следующей серии мы продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр. Плевать, что она говорит? Прощаемся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. А, после переславки сами отправились в карьеру за Пердона, чтобы найти хранилище. Зачем? Вы уже спасли Луну, почему вы просто не ушли? Меня наняли, чтобы найти хранилище, а я ей делаю работу наполовину. Кроме того, Лилит пыталась убить меня. Если ей не нужно было хранилище, я должна была ее остановить. Мне очень жаль, что я пытаюсь... Нет, тебе не жаль. Да, не жаль. Значит, Макси хотела убить Джека? Мне она никогда об этом не говорила. Она такая, многослойная, будто луковица. Макси старалась держать свои карты ближе к груди. Утыкивая ее размеры, трюк удался. Ладненько, поэтому как-то так, давайте на этом окончать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.